МАГАТЕ заявила о звуках взрывов, якобы предшествовавших задымлению на ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после многочисленных взрывов. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на МАГАТЭ в соцсети X. Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, прогремевших вечером, говорится в сообщении. Также МАГАТЭ пишет, что команда ЗАЭС сообщила о вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирин, расположенных на площадке. Напомним, электростанция с марта 2022 года оккупирована российскими войсками. Россия также заменила рабочий персонал на объекте. Именно российскую версию событий озвучила МАГАТЭ в своем сообщении. Вместе с тем именно российские войска Ранее неоднократно обвинялись в провокативных обстрелах ЗаЭС. О влиянии инцидента на ядерную безопасность агентство не сообщило. Напомним, сегодня, 11 августа, жители Никополя заметили пожар в одной из градирин запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что по неофициальной информации от источников с противоположного берега, Россияне подожгли в Градирне автомобильные шины в большом количестве. Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ», — написал он.